Еще раз привет, ребят. Это снова Толик. Вот, как я и говорил в предыдущем видео, что запишу бой против вот этих ребят. Сходил я с Джокером. Вот. Попалась нам Сопра. А попались нам Смерть 22 ранга. Ну, как мне сказали, он вроде никак не полностью фуловый, 57%, но месяца 4 назад у него была 14-я ветка уже, менее, сейчас может уже и больше. Так, и напарник его 21 ранга, Чипс 3-9, 72%. Хороший процент на 21 ранге. Так, давайте посмотрим. Честно, когда мы увидели, кто против нас, Сопра, еще и 21-22 ранг, честно говоря, я аж прям подофигел с таким подбором. Так, давайте на X5 развертку. Раз, два, три, там четыре, пять взял, вот тут возьму 6-й контейнер. Все, развиваемся. Так, выход в 3-й штаб. Напарник тоже выходит в 3-й штаб. Доставляю ПВОшку, пару койотиков на разведку. Так, 6 пока CS-ок. Доставляю 7-ю. Так, тут успел пехотинца воткнуть. Едем на разведку. Так, тут пока 3-й штаб. Ага, выход. Тут уже 4-й. А зеленый, так, выходит до этих стрекоз. Так, тут улучшается пока до мамонтов и в 4-й штаб идет. У меня уже 4-й штаб, у напарника тоже 4-й штаб и копится уже и вот хамелеон уже в заказе. Так, у меня тоже хамелеон в заказе. Так, 8 минут боя. Пока копим армию. Так, тут опять летим на разведку. И смотрим, здесь тоже уже хамелеон. Раз, два, три. Три завода. Этот пока до броников, но будет до ягуаров уже вот-вот. Короче, через три завода, 22 ранг. Тоже стрекоза имеется. Завод стрекоз. Хамелеона и дикобраза. Так, напарник говорит, пробуем. Пишу, да, давай. Напарник говорит, сюда выдвигается. Вот в эту точку. Я говорю, давай, я сюда выдвигаюсь. Так. Летит мой напарник. Лечу я. Занимаю холмик вот этот. Видим здесь астрикозы, ягуары. Дикобразы. Так, выносим стрекоз. Тут 22 ранг тоже едет перехватывать моего напарника. Напарник сейчас оккупируется здесь, на этом холме. Так, зеленый куда-то сюда, вниз, в сторону уехал. Дать копит. Армии там, ну да, вот тут заводы работают. Так, тут напарник встречает фиолетового. Тут у них перепалка, ну короче, бьются принудительным огнем. Тут напарнику сразу 2 хамелеона выбивают. Так, тут я
напрягаю. Видно, что ягуары стреляют друг другу принудительным. Тут у меня пошел замес, тут у меня пехотинцы были для засвета в туман. Отправляю. Короче, разбираюсь тут с этой армией. Так, тут Джокер выбивает хамелеона. Вот. Так, тут я добиваю уже. И все, спускаемся мы сюда вниз. Тут я зеленую энергию повыбивал. Ну все, по-моему, на этом. Уже, по-моему, на этом моменте он сдался. Нет, скорее всего, сдался, потому что появилась энергия, и заводы начали работать. То, что было в дозаказе. Так, тут у нас, видим, фиолетовый сюда выдвигается. Здесь он что-то кружится. Ага, вот он сюда выдвигается. Так, пока отступаем. Да, перегруппировку, так сказать. Так, ждем пока. Пока ждем. Не торопимся пока. Так, тут до заказ. У меня фулл КО уже 4-го штаба. Вот. Выдвигаю подкрепление. Ну и начинаем сюда выдвигаться. Так, я в эту сторону. Напарник чуть-чуть туда. Выше поедет. Тут видим огромная пачка Ягохама. Так, атака техники. И принудительным огнем бьем по туману. Так, напарник тут засвечивает. Я все так же принудительным бью. По-моему, что-то даже выбиваю. 20-й, 22-му рангу. Так. Напарник тут спускается. Подвигаюсь поближе. Опять принудительным бьем. Тут, по-моему, пару ягуаров я успел даже забрать. Пока отступаем до заказ, который был к этой группе. Так, тут у нас Джокер заезжает с этой стороны. Ну нормально, мы так все грамотно продумали. Хорошо, что первые выступили в атаку, потому что если бы еще подзадержались бы хотя бы на минуту или хотя бы, ну, минуту-полторы, да, уже было бы тяжеловато было бы пробить это все. Так, минус хам. Джокер тут дамажит армию. И тут уже хамелеон нагло, нагло в туман уже поехали, не до контроля от фиолетового. Хамелеоны уехали. Так, ну тут я закатываюсь своим полноценным ягохамом фулл КО 4-го штаба. И просто прокатываюсь. Тут было всего пару ягуаров. Три завода ягуаров, хамелеон. Дикобраз. Вот такой вот получился бой. Вон тут Джокеру хамелеона выбили. Все, ликуем, радуемся победе. Напарник пишет, думал, что все, типа, ГГ. Я тут нечаянно хотел написать, так точно нечаянно, никак нет написал.
Сейчас добавлю, типа, да, я тоже думал, что хана. Ну не так, не тут-то было, нормально мы дали. Бой. Тем более, у меня 20 ранг. Рангом выше дали бой хороший. 21, 22 ранг. Ну такой бой, ребят. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи, всем побед. Тащите, ребят. Играйте в удовольствие. Не бомбите, не оскорбляйте. Всего всем хорошего.